Всем привет! Каждый уважающий себя сталкер хотя бы раз проходил Зов Припяти. В этом видео я хотел бы перенести сюжет Зова Припяти на платформу модификации Global War. Заселение такое же, как в оригинале Зова Припяти, но не все получилось учесть. Например, Янов не получилось разделить на половину долга и на половину свободы. Но в остальном же заселение такое же, как в Зов Припяти. Например, цеха подстанции на Затоне контролят наемники, а лесопилку зомбированные. Янов контролит свободы, на складе контейнеров бандиты. Сегодня мы будем использовать только три локации. Это Юпитер, Затон и Восточная Припять. По сюжету Зова Припяти, после того как Стрелок отключает выжигатель мозгов, правительство отправляет в Чернобыльскую зону отчуждения несколько вертолетов, у которых главная цель — это прорыв к центру зоны. Операция называется «Фарватер». Мы же сегодня будем выступать в роли полковника Ковальского, самого высокопоставленного военного в зоне отчуждения. Он летел на вертолете Скат-1 и при потере связи со Скатом-4 назначил точку эвакуации Б-28. После посадки на старых вертолетных площадках и смерти одного из бойцов от разрыва мины, отряд Ковальского пошел в Припять. Отходя от площадок, они встретили странного сталкера, которого, видимо, привлек взрыв мины. Сталкером оказался проводник. Он довел отряд до Припяти. И там, после ожесточенных боев с монолитом, Ковальский приказал бойцам укрепиться в здании прачечной. Из-за повторного включения выжигателя мозгов, правительство не имеет больше возможности посылать свои вертолеты на верную гибель. Потому отряду военных придется самим выбираться из той ситуации, в которую они попали. А находятся они в прачечной на территории Восточной Припяти. Для того, чтобы покинуть зону отчуждения, им нужно добраться до Северной дороги. Говорят, за Северной дорогой есть выход из зоны отчуждения. Бывалые сталкеры сказали, что это возможно. И все, что у них остается, это бороться, будучи в оточении злейших врагов, монолит под боком, зомбированные, нейтралы, наемники. Прежде чем продолжить, попрошу вас о подписке и лайки. Это поможет развитию канала. Цель 10к, и мы уже совсем близки к этой цели. Всем спасибо и приятного просмотра. Мы находимся в прачечной, и наша главная цель — это добраться до северной дороги на Затоне. Для того, чтобы туда дойти, нужно противостоять большому количеству врагов. Используем только три локации, которые есть в Зов Припяти. Резко группировки начали двигаться в разные стороны. На прачечную уже двигается монолит. Рядом находятся наемники, которые по сюжету имеют какие-то дела возле общежития. Они просто отдыхают, но монолит, обладая базами, уже имеет какие-то цели. Непонятная ситуация с учеными. Это, получается, единственные наши союзники. Попытались они только что пойти на Копачи и обосрались. Здесь у меня... На Янове свобода, не долг. Хотя сначала я заспавнил долг, потом передумал. В следующий раз будет долг. Не обижайтесь, фанаты долга, я вас прошу. На Затоне больше всего сталкеров, как это и в сюжете, в оригинале. Хотя вообще вопрос спорный. Бандитов тоже много, и они делят пополам со сталкерами Скадовск. Здесь этого невозможно сделать. И немало наемников. Наемники нам враги. В данный момент нужно зачистить всю территорию Припяти восточной. Как у меня это получится, хз. Будем играть на мастере. Охоту за игроком я включил. Ну и погнали, ёпта. У меня в снаряжении сразу есть гроза. Снаряжение используем то же самое, что и у Ковальского обычно в игре. Это гроза. Перилу 5 не получилось найти. Его в спавнере тупо нет. Ну вот это более-менее похоже на берил. Хотя по факту это не берил. Ну и конечно играем с функцией «встречает по одежке». Все это происходит в режиме арены, и они не будут переходить на другие локации. Был вариант с редактором, который использовался на версии Global War 0.2. Не получилось его достать, ну и хрен с ним. Слушайте, я хотел бы закрыть дверь. Следующий спаун через 17 минут. Наши взяли вход в путепровод. Путепровод пустой по факту. Спокойно здесь походить не получится. Это наемники. Не, ну это больно. Первый готов. Я бы экономил патроны. Буду добивать с пистолета. Раздались одиночные выстрелы в Восточной Припяти. Юго-востоку небезопасно. Зомби тем временем спавнят отряд. Посылает его на схрон. Ах ты тварь. Да, это первая смерть. Не знаю, может я психану и брошу, может следующее видео не будет. Но во всяком случае все зависит от вашего актива под видео. Может вам не понравится, вы захейтите и я откажусь проходить это дальше. Дабы перейти на следующую локацию, нужно полностью захватить эту. Бля.
Итак, в первую очередь давайте захватим ближние территории от прачечной. Это наемники здесь. Мутят они какие-то дела здесь. Помнится, еще из оригинала Зов Припяти они тут что-то мутили. Было задание на убийство наемников. Они вон там вон. Какую-то сходку они здесь мутили возле общежития. Надо же, кого-то убил. Жестко. Но патроны желательно экономить. Это патроны 9.39. Они более-менее редкие. Даже пистолетом не буду стесняться пользоваться. Хренася. Хренася, ты мощный, бро. У меня же есть механики, медики. Так что желательно вот это все с собой брать. Все. Наемники рассыпались здесь. Следующий спаун атакующих зомби через 35 минут. Да ну что за бред. Как-то это все неправильно. Хотелось похардкорнее. Скорость войны поставлена максимальная. Специально. Что там на волхов? 34 минуты. Копачи 34. Янов, ну, 0.8. Но до этого прошло уже, наверное, много времени. Хотя не, 17. 17 минут это дефолт, похоже, у свободы. У бандитов 10 написано склад контейнеров. На КПП 9. Не знаю. Блин, посмотрим. Ученые двигаются на стоянку. Стояночка, это точка ресурсов. Укреплять они себя решили. Ну и ранги у группировок самые мощные. Действуют правила, которые в короле зоны были. То есть с самого начала группировки мощнейшие. Не новички и зелень, а там, не имея точек ресурсов, у них опытные и профи. Одна точка ресурсов — ветераны и мастера, и вторая точка ресурсов — это легенды. Я надеюсь, это работает. Хотел спаун максимально ускорить, ну чтобы прям искры из глаз сыпались при виде всех врагов на карте. Но что-то пока не особо. Но это монолит такой. Если посмотреть на свободу, они довольно быстро развиваются. Ой, они ушли в минус. Это как? Посмотрим, возможно, свобода будет нашими главными врагами. Как бы это не звучало странно, но да. Военные vs свобода. Наш отряд двигается на общежитие. Общежитие — это вот эта точка. Малюху спавнимся, значит. Это кто? Двигается на вход в путепровод. Они там вдвоем стоят. Но, видать, точка забаговалась, и мы потеряли эту точку. А новый отряд, который пришел, еще не захватил. На вагончик идем. Вагончик — это сзади прачечный. Двор перед прачечной сейчас возьмем. Прикольно. Ну, а я все-таки босс этой тусовки. Я полковник Ковальский. Да, конечно, смотрится он так себе, да? Такой челик. Но будем как-то пытаться вживаться в роль крутого чела. Здоров. Здоров, пойдем со мной. Хули стоишь? Дегтярева, жаль, нет на вас. В общем, нафиг нам эта общага нужна. Погнали на магазин книг. Пока там еще больше не наспавнилось этих засранцев. Двигаются они на магазин книг. Че? Все причем? Почти все. Странные ребята. Нейтралы уже отхавали ползатона. Да, кстати, я даже добавил мутантов. Посмотрим, как это скажется на стабильности игры. Возможно, это будет вызывать глюки, вылеты. А возможно, нет. Хотелось бы максимально погрузиться в атмосферу Зова Припяти. Кайфовал от мутантов, от живности, от заселения Припяти в оригинале. Было бы совсем не то, если бы здесь не было мутантов. Но где-то неподалеку двигаются гигант и контролер. Вот так-то. Наши забаговались, но наконец-то взяли вход в путепровод. Молодцы, пора двигаться уже на более весомые точки. Чё там, монорит? Заспавнили отряд моноритовцев, и цель у них — это прачечная. Я как раз здесь, и это будет первая стычка. Давайте их здесь подождем. В засаде. Пригнись, твою мать. Рядовой. Вот они. Блин, нашего ранило. Еще один труп. Да ё. Минус капитан Ковальский и весь отряд. Полковник Ковальский, конечно, да. Давайте еще разок, только увереннее. Значит так, на все про все у меня 7 аптечек, 7 бинтов. Это что за чел? Экзоскеричик пришел. Бля, ну мне очень повезло сейчас. Пока приберегу ВОГ 25. Хотя, ну блин, давайте. Сбоку кто-то зашел. Кто-то за чуваки. Ну, это минус мой отряд. Не пройдешь, сволочь! А неплохо разнесло. Ладно, пробный взрыв. Лутаться пока плохая идея. Куда бы заныкаться? Не, меня сейчас тут убьют. Вали его! Пристрелим его! Мне кажется, да, мне не кажется. Он бросил гранату. Это была почти смерть. Еще одну? Он еще одну пытался бросать. Не, ну чё, мне это не нравится. Давайте как-то обходить. Надо было с другой стороны заходить. К автобусу побежать, что ли?
Еще одна. Они меня со стороны как-то пытаются взять. Куда побежал? Стоять. Стоямба, нафиг. Пистолет заберу. Давай только быстро. Быстро, 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 быстро. Одна пуля и я труп. Надо было аддон скачать на уменьшение урона. Блять, в этот раз я сразу... Я даже не знаю, как лучше заходить уже. Экзосередчик. Да ёп. Опять бросает гранату. Так, спокойно. Спокойно. Не подходите ко мне. Сидите там, я вас отсюда перестреляю. И так разойдемся. Ну как разойдемся? Мы захватим базу, а вы просто умрете. Как вам такое? Все, не лутаюсь больше. Во время боя это точно не то, чем надо заниматься. Я вот думаю, хватит ли на всех патронов. Ай, хотя пофиг. Во всяком случае, можно будет поторговаться потом. Заказать у торговца. С этим проблем нет. Просто недавно играл за зомби. Бля. Раннеры. У которых вообще нет торговцев. Немного, да, хардкорненько, когда нет возможности поторговаться. Минус наш чел. Обидно. Еще один челик живой. Следующий спаун когда там? Через 9 минут игрового времени. Ну и на базе тут остается немного. Челик. Спрятался. Ну и еще парочка. Ой-ой-ой. Ну вот это серьезный чел прям. С ФНочкой вышел в экзоскелетике. Но он более страшно выглядит, чем он по факту есть. А, ёпта. А где моя аптечка? Быстро, быстро, быстро. Это было близко к смерти. У меня закончились обычные аптечки. Буду армейские юзать. Значит так, мы захватили базу. Надо все это залутать быстро. Продать то, что можно, то, что нужно оставить. А именно мне нужны патроны и запасное оружие. Возможно, у меня закончатся патроны 9.39. Ого, аптечка. Куда вы лутаетесь? Стойте. Мое все. Вал, F1... Но F1 у них реально много. Надо привыкать к тому, что они часто будут бросать. Я вот задумывался про одну жизнь, понимая то, сколько гранат будут использовать группировки. Ну это прям жесть. Невозможно жить. Коля Обрез. Блин, вначале надо было прописать полковник Ковальский, но Коля Обрез написано. Не обращаем внимания. А вот, кстати, Монолит Эксперт. Прикольный у него образ. А ты легенда, я так понимаю. Нет, это тоже мастер. И это те челы, которые спавнятся. Свежачок. Так, вот челики двигаются, монолитовцы. Восточная Припять, прачечная цель. Кто вы? Мастера. То есть вся та движуха работает. Ого, а их так много стало? Реально много. Зомби на схрон топают. Зомби на прачечную, ёпта. На вулкан, аномалию. Ну и зомби тоже мастера, а уже легенды написано. Ну чё, не вижу, чтобы спаун ускорялся такой же, как и был. Бандитов и нейтралов реально много. Это я точно могу сказать сейчас. А у нас плюс одна база и цель общежития у наших челов двигается на общагу. То место, где Дегтярев сражался, добывал орудие номер 68. Гаусс-пушку, секретное оружие Монолита. Давайте сейчас вот это занесем торговцу, надо продать. И скоро надо будет переночевать уже. Ночью ходить не хочется. Мутанты еще долбаные, кровососы и псевдо-собака возле прачечной. Наши все сагрились, это монолит нас прессует, потому они вышли. Раз уж я возле логова, давайте его захватим. Не захвачу логово, будет плоховато. С логов спавнятся мутанты. О, захватили, наш отряд появился. Затычка, так сказать. Алло, пацаны, чё кипишуем? Что здесь происходит? Наши тоже не самые слабые пацики. Недалековато ли они зашли? Тут прям месиво какое-то идет. Ну давайте отобьем. Раз уж я здесь, можно помочь. Ого, наших тут реально дофигища. 17 человек на миникарте. Что за цели? Отдыхают, на общежитие двигаются, на вагончик. Отдыхают на прачечной. Это все с прачечной сагрилось. Прикиньте, прачечная пустая осталась. Ёпта. Конченый, вернитесь на базу хоть кто-то. Базу забыли. Да, унитасы. А, это наши. Там просто показывается значок врага. Это раненый монолит. Ну давай. И ко мне, сладкий. Вы что, серьезно? Они согрелись прям в арку в здании. Еще одна гроза в копилочку. Патроны. Ой, малеха, перегружен я. Кровосос. Фига себе. Все-таки мутанты рабочие. Бу какой страшный. Бу нафиг. Смотрите, они реально идут прям на Прометей конченые. Что это значит вообще?
Ну и знаете, как-то многовато становится монолита. Спаун медленный. Да не сказал бы, что он прям медленный. Вернитесь. Не, я не понимаю, как это работает. Куда они идут? Ёп, засосало. Старина, иди нафиг. Не буду материться лишний раз. Другой вариант фразы есть. Это же и торговец пошел. А нет, торговец на месте. Происходит спаун с прачечной. Этот отряд двигается на КБО. Ладно, на них насрать. Они там погибнут рано или поздно. Дальше школы, я уверен, они не зайдут. Сейчас же я не готов туда идти. Я не могу бегать. Да и вообще, хочу поспать. Вечер уже на дворе. Надо купить спальный мешок. А я пока гулял, туда стая кровососов напала. Отбой. Молодцы, защитили базу. И пошли опять куда-то. Царь общежития. Аномалия, вулкан. Наши уже возле школы тусуются. Двор перед прачечной написано. Отдыхают они на дворе перед прачечной. Убьют их, и мы эту территорию потеряем. Она не будет захвачена. Также и с прачечной, возможно. Хз. Опача, куда топаем? Вагончик. Это сзади. Странно, мне казалось, уже брали. Наверное, брали, но уже чуваки пошли куда-то, отвечаю. И умерли. Торговец, механик и медик тут на месте. А мне нужна работа. Нифига, водка, казаки, ну давай. Есть что-то для меня, это награда. А водка у меня же была, слушай. Нет, а если ее купить у тебя? Реально, насолили. Че, купил водку. Выполнено задание, 40 рублей получено. И координаты тайника. Патроны, нифига, 5.45. Дофига патронов дали за 4 бутылки водки. А че за тайник? Аж интересно, где он находится и что он дает. Наверное, где-то на кордоне этот тайник, куда я, естественно, не пойду. Блин, почти угадал. На кордоне есть... И на болотах. То, что с первого взгляда заметно. А вот еще на складах. Ну и нифиговые обороты набирает война. О чем я и говорил, наших уже не остается там. А это что? Челы, которые отдыхают, двигаются в нападение. Рили. Кинотеатр Прометей двигается. Но они не на Прометей идут. В общем, это страшно. Это белое пятно меня пугает. Рили. Надо скорее, думаю, торговаться и уже идти. Что-то мутить. Бля, я поспать решил. А как же поспать, если же размолотят, если я посплю? Нафига мне спать? Я потерялся, забыл, что это военно-группировок. Нельзя здесь этого делать. Блин, по темноте воевать? Ой, нет. В общем, барахла я продаю на порядочную цифру. У меня уже 40 тысяч. 3 гранаты стоят 12 штук. Недурственно. Я бы с удовольствием купил прицел на грозу, старина. Аптечек дофига. Выгодно заказывать, а не покупать. Кевларку давайте одну возьмем хотя бы. Бля, не хватает. А что если 3 уровня? 12. Ну давайте хотя бы 3. Уже хорошо. Кевларовая пластина хорошо защищает. Это по факту. Ну и закажем медицины. Армейских аптек штук 10 хотя бы. За 7500. Если покупал, намного дороже было бы. Это на заметку тем, кто не шарит. 10 бинтов. Ну этого, конечно, будет мало. Так что еще, пожалуй, чтобы больше не возвращаться. Да в принципе этого хватит. Части мутантов тебе еще на... Че там? Чё там? Огромнейшее белое пятно в центре карты уже собралось. А мы тем временем взяли половину карты. Ну как половину? Да процентов 20 максимум, я бы так сказал. Наемники там неплохо так шумят. Я не понимаю реально, откуда у них столько сил берется, что они захватили такое количество баз. Как это понимать? Ведь спам такой редкий. Блин, я чё-то реально не врубаюсь. Сколько ремонт курточки стоит? 500 рублей? Я такое принимаю и одобряю. Даже HK отремонтировал. Реально, спасибо. Так, выбора у меня нет. Берем как можно больше отрядов и идем выносить этот хлам, который все ближе и ближе. Прачечная кто-то двигается. Парочка отрядов точно. Магазин Березка, прачечная. Ну и магазин Березка — это же точка возле прачечной. Все вот это говно идет ко мне сейчас. Вы серьезно? А можно уйти отсюда? Куда-то подальше. Ну, я реально не знаю. Надо все отряды брать свободные и сюда гнать. По-другому не знаю, как их отбить. Разве что гранатами. У меня же один гранаты, точно. Все свободные отряды возьму на помощь. Пусть Березку контролят. Ну и чувствуется уже падение кадра. Минимальное, но да. Псевдогигант. Контролер, которого откинуло только что, видели? Забавно, конечно. Тут без ВОГ-25 не обойтись. Твою мать. Забавно то, что перед тем, как умереть, я успел выстрел с ВОГ-25 сделать. Рили, забавно. Непон. Вроде мутанты против монорита тоже месяца. Не пройдешь, сволочь. Попал. Ну вот это, конечно, непонятно, как целиться.
Чё это? Там вроде наших нет. Можно свободно укать гранатами. Ух, хорош. Прям в проход, вот туда. Вот куда-то туда, да. Опять та же ситуация. Наверное, надо поэкономить вок. Твою мать. О, прыжок работает. Прыжок работает от псевдогиганта. Живите. Пацаны, живите. Размолотим. Сраный кровосос. Где ты? Утырок. Там еще их дофига. Ну хз. Это прикольно. Подобная ситуация была в одной из королевских битв. Толпа на толпу возле прачечной. Бывало такое. Жесть. ЗРК волхов захватили наемники. Ладно, не вовремя я это делаю. Там такая сумасшедшая движуха на карте творится. Ну это реально гениальная мысль. Перенести сюжет Зова Припяти на платформу Global War. Да, это предложил комментатор под одним из видео. Плюс-минус давно это уже было, но я запомнил. В принципе, идея здравая. Можно переносить вообще что хочешь. Можно и ТЧ, и ЧН, хотя ЧН нафига. Там тот же Faction Commander можно погонять. Вот те и сценарий. Но в Global War это под другим углом смотрится. Прессуйте в комментарии, если согласны. Бля, ну и как-то тяжковато, знаете. Приоритеты надо же ставить. Я этим пока не успел заняться. Ну не знаю, давайте Прометей. Сейчас главная цель это... Чем севернее, тем лучше. Хотя бы парочку, не знаю. Не, ну граната хорошо сработала, правда, я умер, да. Слышишь ты, ублюдок, пошел нафиг отсюда. Ты моего кента зажал здесь. Кент, живи. И контроллера туда же. Братская могила. Надо как-то водки выпить, которой у меня нет. Да, радиации поймал. Мутанты-то радиоактивные. Режим приседания не работает нормально, надо это подкорректировать. Сесть, встать, рекомендую всем. Нажал Ctrl и сидишь... Нет фигни такой, что надо постоянно зажимать. О, привет. Чувствую, надолго это затянется. Тут хотя бы отбить нападение. Дальше можно будет контратаковать и брать инициативу в свои руки. Ну и, конечно же, это все мастера как минимум. Там новички бегают на фоне. Это первые заспавнившиеся отряды. А это уже вторые. Ну куда? Куда? Почти умираю, вживая на одном хп. Браво. Вот это, блин, горячая точка. Вот тебе и участие в королевской битве. Кент мой живой до сих пор, красава. А нет, это другой. Даже соколов здесь, прикиньте, Зулуса не хватает, Свано. Зулус, Свано, это уже слишком большая роскошь. Такое сделать, увы, я не в силах. А, это тот Кент. Жаль. Погиб, братан. Ой-ё, со стороны рич-порта еще кучка такая хорошенькая. Сейчас хотелось бы пойти на КБО. Как только отобьем это нападение, и в принципе наших здесь хватает, возможно они выдержат нападение и без меня. В чем, конечно, сомневаюсь. А это что? Это военный экзоскелетчик. Блин, только посмотрел на него, он погиб. Легенда, значит. Спавнятся у нас тоже легенды, наверное. Не, ну хз. Непонятная ситуация. Пулемет я брать не буду, слишком тяжелый. Нафиг его. Это я порежу. И какие-то они спокойные резко стали. Наверное, мы отбили нападение полностью. Теперь же давайте пойдем на КБО. Так, это еще зомби здесь. Выжить здесь реально большая проблема. Любая шальная пуля может тебя задеть и мигом убить. Это прям очень жестко. 5. Граната прилетела. Решение проблемы есть, нужно просто накатить фикс, который находится у разработчиков в Discord сервере. Это все реально подкорректировать. Но чем сложнее, тем прикольнее. Так, челик, слышишь, ты не хочешь со мной на КБО пойти? Надо бы. Что-то они опять сагрились на кого-то. Наш погибает. Старина, живи. Соколов. Соколов, это ты? Ну, живи. Ты мне теперь должен. Кто здесь? Не, ну, ты офигел? Прикладом хотел меня мочить. Вал взял в руки. Крутой челик. Новичок и с валом. Вот и ответ, как из новичка сделать ветерана. Повышение ранга на лицо. Просто взял, облутался, повысил свою мощь. То есть уже обкатанный боец.
Опача. А вот и нет бойца. Ну да, реально, пару пуль попали, и все, чувака нет. Блин, опять мы пытаемся... Опять мы пытаемся эту срань отбить возле общежития. Или госпиталя, стойте, это госпиталь. Не пройдешь, сволочь. Здесь засада монолита по сюжету была. Куда? Куда ты чё? Кого порвем? Кого, блин? Полковника порвем? Вы реально сейчас? Порвем его. Не, ну вас-то да. Я бы мог, конечно, постоянно использовать гранаты. О, ну они сами все делают. Тот же чел опять. Пристрелим его. Все, допрыгался. Скотина. Неужели мы их разнесли? Для закрепа захватим. Закрепить наши достижения надо ведь. Конечно же, не забываем лутаться. Патроны 9.39 сами себя не найдут. Вок 25. И чё, опять кто-то появился? Не понял. Еще живы. Да что ж такое? Только избавились от этого говнеца. Новые тут как тут. Вали его! Ну, вот так вот. Госпиталь мы понемногу хаваем, значит, наконец-то. Ну и пошел ускоренный спаун. 0.6 до спауна. И следующий отряд через 13 минут. Ну да, это прям очень быстро. А теперь надо думать, как разруливать ситуацию. На КБО идем. Следующая база — это КБО. Но пока я бы зашел, вот это продал. Да тут прям коптерка. Да тут прям коптерка, говорит. Очередная попытка прорваться монолита через арку в здании. Пусть наше месяца, пока есть кому меситься, слава богу. Мне уже интересно посмотреть, что на других локациях. А точнее, на Затоне и Юпитере. А симпатично смотрится отражение Луны в окнах. Я не выдержал и накатил себе на дон, на урон. Точнее, фикс. Посмотрим, как оно будет работать. Ну и уже вроде ни с одного удара убивает тебя. Бля, тут мутанты. И наших не остается. Так, давайте как-то смоемся пока. Отступление сделаем небольшое. Твою мать. А выбрасывать что-то не вариант. Прикол. Кровосос пока меня засасывал, в меня стреляли монолитовцы и убили кровососа, сосущего меня. Пошли в жопу. Не, ну спасибо вообще от души. Помогли по-братски. Боже, какой контраст. Такие все спокойные стоят, а рядом, возле той же березки, полный кошмар. Просрали опять госпиталь. Очевидно, да. Слышь, я по делу. 16 тысяч получаем за убийство. Автоматов продаем на 24 тысячи. Возьмем пистолет. Кольт. М1. Гидрошоки. В войне группировок за апокалипсис очень круто помогло. Почти всю игру с пистолетом прошел. Отремонтируюсь и вновь можно идти в путь. Очередной отряд куда-то пошел. На березку. А ну реально, идите на березку, чуваки. Чё стоите-то? Уж критично у меня не хватает денег. Я бы кого-то из напарников купил. Да, это долго, конечно, будет. Я слушаю. Долго, так что, пожалуй. Получила деньги на прокачку костюма, кевларку накинул. Дальше я дожидаться не буду, пойду на КБУ. Так, а вы куда пошли, стоямба? А чё вы такие неопытные? У нас что, точек ресурсов нет? Погодьте. Кажется, да, мы еще не захватывали ни одной точки ресурсов. Указывает карта, что здесь зомбированный и монолит. Не пройдешь, сволочь! Бей их! Аномалия рубец захватывается. Опять белый поток. Бля, ну это страшно, серьезно, страшно. Противовес имеется, так что может и не потеряем. А вот сейчас начнут спавниться мастера. Точка ресурсов есть. По-моему, и правда до этого не было точек ресурсов. Тут одна аномалия вулкан, вторая это схрон и возможно все. Сейчас будем понемногу тогда на КБО идти. Вот она уже рядом. И оно тупо полное зомбарей. Нормас. Пристрелим его. Бей их! Бей их! Бей их! Блин. Да, и каждый мод, естественно, сам по себе не идеален. Без вылетов вообще никак. Ёб твою, что это? Что это за стадо? Да что такое? Чё мне так сыкотно? Там огромная толпа кровососов. Хочется мне отсюда уйти. Ну давай. Сосунок. Охренеть.
одно из самых неприятных и стрёмных чувств, когда за тобой кто-то гонится. А тут такое. Так, это наш был, да? Чё-то на нервах Малёха убил нашего. Неприятно. Сорян, конечно. Порежем в таком случае. С частей мутантов немало можно получить. С зомби все-таки полегче будет, чем с монолитом. Но опять же нужно найти, где находится оставшиеся. Где-то наверху. Из-за смарта большого тоже ни хрена не видно. Ну, будем искать. Большие смарты мне нравятся. Прикольненько, да? Я не знаю даже, как его приманить. Может, кровь пустить, чтобы он на запах пришел? Кажется, они внизу были, да. Все-таки я зря сюда залез. На последний этаж, блин. КБО захватываем. А тут недалеко стоят монолит в школе. Ой, какое же у них кубло на Прометея. Спаун очень быстрый. Времени у нас на происходящее, на реакцию очень мало. Ну, хотя бы на прачечной у нас все более-менее. Там напряжение спало. Намного больше было белых точек. Сейчас их стало реально меньше. Что же насчет остальных территорий? Зомбякам реально не повезло с лесопилкой. То есть их очень сильно давят нейтралы. Зомби на затоне остались на северной дороге. Кстати, та точка, которая нам нужна. Представляете, они взяли да вышли из зоны через северную дорогу. И попали, ну, например, к вам домой. В ваш город пришли и начали размножаться, захватывать территории в вашем городе. Это забавно. Выход вне, и этот выход держат зомби, в общем. Большая часть затона под нейтралами. И такой значимый кусочек за наемниками, а именно юг затона. На Юпитере завод полностью под наемниками. Они махаются с бандитами. Бандиты тоже неплохую такую частичку контролят. Ну и это минус ученые. Бандиты захватили лагерь ученых, точнее бункер. Прикол, конечно. Свобода выбила зомби с копачей. Зомби также были в северо-восточном тоннеле. Там теперь бандиты. Как-то так происходит деление локации. Ну и вот, это наемники и свобода соседствуют. Прикольно. Пишите в комментарии, если желаете, чтобы я стравил свободу и наемников. Не знаю, насколько это будет соответствовать сюжету Зова Припяти. Наверное, никак не будет соответствовать. Ровно так же, как и будет соответствовать. Потому что в игре Зов Припяти не было стычек перекрестных событий этих группировок. И нереально вычислить, как это будет сказываться на сюжете. В общем, пишите свои мысли, возможно, реально их потравим. И они таким образом еще больше усилят свои группировки, захватив другие территории. Эта мысль имеет право быть. Нейтралы, по-моему, против наемников всегда махались, но я могу быть неправ, конечно. А, все-таки идут они захватывать цеха завода, значит, они враги друг другу. Мы успешно отбиваем атаки монолита, значит, скоро будем на Юпитере. Это будет еще та движуха, но нужно закончить дела на Припяти, а мы это сделаем уже в следующем видео. Друзья, уважаемые, пишите в комментарии, понравилась ли вам эта идея и нужно ли делать продолжение. А продолжение я, скорее всего, и так сделаю, потому что мне самому интересно. Подписывайтесь на канал, дабы не пропускать новые видео. Ставь лайк во имя развития канала. И всем спасибо. Удачной охоты, сталкеры.